посмотри на небо, смотри! Это птица, это самолет, это Супермен! В крайних просторах Вселенной когда-то существовала планета под названием Криптон. Она горела зеленым огнем в ночном небе. Там цивилизация ушла так далеко вперед, что появилась раса суперменов, чьи физические и умственные способности были развиты до предела совершенства. Но однажды гигантское землетрясение начало навсегда разрушать Криптон. Один из ведущих ученых Криптона предвидел эту трагедию. Он поместил своего сына в космический корабль и отправил его в сторону Земли за минуту до того, как Криптон взорвался. Корабль пролетел через весь космос и приземлился в целости и сохранности на Землю с последним жителем Криптона. Там ребенка нашел проезжающий мимо моторист. Он отвез его в приют. Когда прошли годы и ребенок вырос, он обнаружил, что владеет потрясающей силой. Быстрее скорости пули, мощнее локомотива, способный одним прыжком перепрыгивать целые здания. Пришелец Криптона стал железным человеком, суперменом. Чтобы замаскировать свои невероятные способности и продолжить нескончаемую борьбу со злом, супермен скрывается под именем Кларк Кент, репортер крупной газеты. Кент, ты мне нужен. Опять получили письмо с угрозой. Хорошо, мистер Уайт. Луис, еще одно письмо от безумного ученого. Иду, шеф. Послушайте это предупреждение. Он собирается ударить сегодня ночью. Берегитесь, глупцы. Мой электронно-сенсорный луч ударит сегодня в 12 ночи. Полное разрушение настигнет тех, кто смеялся надо мной и не слушал мои предупреждения. Берегитесь, я ударю в полночь. Этот псих может быть очень опасен. Кент, помоги Луиз в расследовании. Возможно, у нее есть зацепка. Да, сэр. Но, шеф, я хотела бы расследовать это дело самостоятельно. Ну... Спасибо, шеф. Луиз. Шеф, по-моему, это опасное задание. Время пришло. Я репортер из...
что, ищете сенсацию? Я покажу вам сенсацию. Такое величайшее разрушение, которого еще не видел мир. Как вам нравится такая история, мисс Лейн? Специальный выпуск. Безумный ученый, который держит в ужасе весь город, верный своим угрозам и действительно принялся за разрушение сегодня, ровно в полночь. Смертельный удар его луча разрушил знаменитый мост Тауэр, отправив сотни людей и машин в реку. Полиция предупреждает: не выходите из дома. Похоже, это работа для Супермена. Безумный ученый в тюрьме. Супермен поймал безумного ученого. Поздравляю, Луис. Отличный репортаж. Да, шеф. Спасибо Супермену.